Первый удар фашистов приняла Брестская крепость. Сегодня на рассвете здесь собрались тысячи людей. Акция памяти началась с премьеры картины «Брестская крепость». Полноценный кинозал на 500 мест с объемным звуком развернулся на берегу Муховца за Тереспольскими воротами цитадели. Здесь 22 июня 1941 года начались первые бои, а защитники крепости, рискуя жизнью, пробирались за водой. Сегодня история жила на большом экране. Фильм снимали тут же, в крепости. Действо продолжилось на площади церемониалов, где собрались брестчане, ветераны и молодежь, а также гости из разных стран. В этом году участие в памятном митинге приняло высшее руководство военных ведомств Белоруссии, России и Украины, а также сводная рота почетного караула. Военную тему на границе ночи и дня продолжила музыка Прокофьева и Шостаковича, а также кантата «Брестская крепость». Сегодня в городе над Бугом состоялась ее мировая премьера.